Всем привет, дорогие друзья, с вами Швили. Мы играем в какую-то игрушку. По типу была рекламка еще, знаете? Типа... Ага. Идем дальше. Берем какую карту. Военачальник. Я не знаю, что это такое, как бы, почему изначально мы начали из какой-то разгадки. Она, по сути, и в рекламах вот эта вот разгадка присутствует. Да, во многих. Так, дальше. Дальше. Теперь здесь, наверное, скорее всего, это будет уже в большей степени... Ну да. РПГ. Стенка на стенку. Ну, я так и знал, что вначале это разгадка для прикола. Потом она пару раз будет встречаться, а потом все. Все закончится. Давай. Ух, убил. Сразу же, прикинь. Почему постоянно соединение происходит? Хотя у нас интернет, ну, в принципе, неплохой. Как? Ну, есть он хотя бы. Перейти. Во, следующая загадка, да? Ну. Типа ясен пень, что. А, можно. Можно только сверху вниз, вон как. Прикинь, да? Ну, вон как. Нельзя. Типа выбрать, ну только откуда, с какого-то этажа начнешь. Такого ты и будешь. Суккуб. Далее. Суккуб тоже, по сути, будет такой. Присоединяйся, второй. Play. Теперь суккуб берем. Так и будешь каждый раз соединяться с интернетом. И прикольно ставишь повтор, и нормально. Чем суккуб стреляет? А, ножиком. Ясно. Ух ты, отравил. Вау. Ух ты, нифига себе. Сразу троих убил. Тут ж поубивал всех, молодец. Суккуб такой массовик-затейник, можно так сказать. Давай-ка бэм, суккуб. Ух ты, классный суккуб. Все орёт. Просто орёт его. Интересно. Вот, теперь смотри. Так, мы сверху здесь пойдем. 7. Так, тут, значит, получается вот сюда вот. Ага. Ниже бамс. Бамс. И бамс. Все, изи-пизи. Ну, здесь хотя бы эти разгадки чаще происходят, чем, например, Фрэнк Хаус, там, например, они очень редкие, во-первых. Во-вторых, они быстро заканчиваются. То есть это просто как реклама была. Улучшить новый уровень. Все. А, тут там еще герой оказывается, да? Ну, что сделать? Надеть все. А, повысить, окей. Улучшаем. Угу.
Окей. Навыки. Ну да, здесь как Хроники Хаоса, они, в принципе, одинаковые все эти игры. Там это что-то требует интернет прям так нормально. Не понимаю, почему. Я понял, что это третий вот это лекарь наш. Да? Мой. Нет? А, нет, нет, нет. Тоже мосаик затейник. Так, что здесь у нас? Вот это. Бамс. 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 Видишь как? Бамс. Смотри, 32. Все, 405. Что за звук такой? Хай, хой, ха. Далее. Плей. О, нам еще дали одного героя. Двухзвездочную девушку. Ух ты. Интересно, чего у них за способность. А, ну все понятно. Она уже лекарь. Лекарь, лекарь. Че, не дали даже способность? Не дали опять разгадать загадочку? Может, я и ради этого и зашел на разгадку загадочек. Ключом бьют, ну прикольно. Конечно. Ух ты. Бамс. Yes. Прям натянул, или как называется, на копье. А, все, закончились, прикинь, разгадки, что за бред. Мощность 681. Давай тут. Эх, успел, блин, чуть не сдох. Промахнулся по тому игроку. Повысили, повысили, повысили. Так, это у нас смс-очки приходят. Так. Что у нас здесь есть? Значит, получается, можно улучшить. Ну ладно. А, соединение плохое, вот что. Блин, ну я что-то не улучшил, надо было улучшить. Фах. Так, все, бежим, 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 бежим. Давай, 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 быстрее, быстрее. Бямс. Все, надо улучшать по-любому героев.
Вот герой. Почему вот этот вот? Надеюсь. То улучшится. Новый уровень. Ух ты, все. Максимально улучшилось. Здесь еще у нас повысить. Ух ты. А больше нет предмета, да? Так, что у нас капелька? Тоже повысите. А, ну это тоже надеть. Надеть что то, что можно. То, что нельзя, и начать битву. Так, давай-ка, бомб-бомб-спамс. Ну, здесь уже изи. Фтуф. Так. Да ладно, давай одного зафигарим. Это все равно сейчас до него если дойдет очередь, ему просто с трех тычек станет КГ. Все, перестали нам давать капец бабки. Ладно, ребят, если вам понравилась данная игрушка, я оставил ссылку в описании. С вами был Шевелев. До новых встреч. Пока.